В Хасавюртовском районе завершена крупная операция ФСБ. Задержаны трое участников незаконных вооруженных формирований. По оперативным данным, они присягнули на верность запрещенной в России и ряде других стран террористической группировке «Исламское государство». В планах у них были десятки терактов на территории Дагестана. Спецслужбы проверили сразу 5 домовладений. В ходе обысков силовики обнаружили почти тонну взрывчатой смеси. О том, как проходила операция, в материале Руслана Касумова. Десяток тяжелых мешков, туго завязанных и плотно набитых селитрой. Рядом в бумажных пакетах серебрянка. Все эти компоненты боевики, связанные с ИГИЛ, собирались превратить во взрывчатую смесь для совершения терактов, но не успели. 16 марта село Муцал-Алу в Дагестане блокировали спецподразделения ФСБ. Дом, где укрывались преступники, окружили в первую очередь. Операцию провели молниеносно. Сегодня 3 человека, которые, по данным ФСБ, связанные с международными террористами, арестованы и уже дают показания. Где именно собирались совершить подрывы, сейчас выясняют следователи. Но место схрона уже установлено. Буквально в паре шагов от сельской школы. Трудно представить, сколько бы было жертв среди школьников, если бы сработал хотя бы один фугас. Вот этот сарай, который в четверг отцепили спецслужбы ФСБ. Внутри обнаружили 4 железные трубы, напичканные взрывчаткой и поражающими элементами. Уже на чердаке полицейские нашли почти тонну взрывчатой смеси. Этой смеси хватило бы на сотню фугасов разной мощности. Или, например, для того, чтобы заминировать целый микроавтобус. Такие теракты в истории Дагестана были неоднократно. Но в последние годы ситуация на Кавказе резко изменилась. И службы действуют на упреждение. В ФСБ готовились к операции тщательно. Проверяли оперативную информацию. Когда удалось точно установить место и людей начали действовать. В итоге планы ИГИЛ были сорваны. По имеющимся в оперативном штабе НАК данным, связанная с ИГИЛ группа бандитов намеревалась использовать СВУ для совершения резонансных террористических актов. Своевременное задержание силами правопорядка группы бандитов и обнаружение большого количества взрывчатки позволило предотвратить преступление с многочисленными человеческими жертвами. Дом и сарай в центре аула заброшены уже 1,5 года. Лучше места для схрона не найти. Хозяйка Патимат. В пустующее жилье покойных родителей приходит раз в неделю. Все проверяет и запирает на замки. Только вот чердак остается открытым. Несмотря на это, недоумевает, откуда и как вообще там оказались мешки, напичканные взрывчаткой. Я каждый камень, каждый куст этой территории я знаю. Просто место заброшенное, поэтому я просто сама удивлена, как вот это все, если даже оно там было, как оно там оказалось. А кого задержали здесь, каких-то ребят? Задержали, я не знаю, задержали, говорят, но точно не знаю, кого задержали тоже, не могу сказать об этом ничего. Позже выясняется, что Патимат – мама одного из задержанных. О преступной жизни своего сына, возможно, и не знала. Но странным остается то, что, приходя раз в неделю в заброшенный дом, не видела десятки белых и черных пакетов, лежащих в чердаке. Ничего подозрительного не было. Ничего абсолютно подозрительного не было. В сарае я была месяц назад. Ничего и в сарае не было. Сарай у нас почти пустой. Там 2-3 балки. А на крыше сарая тоже я поднималась. Там были какие-то кувшины старинные от родителей, которые остались. Село Муцал-Аул среди силовиков пользуется дурной славой. Здесь неоднократно проводились спецоперации. Если прежде это были боевики так называемого «Имарат Кавказа», почти полностью уничтоженного, то теперь их остатки присягнули на верность ИГИЛ. Большая часть дагестанских боевиков уехала в Сирию. Но после того, как в борьбу с террористами вмешалась российская военная группировка, значительная их часть уничтожена. Уцелевшие пытаются вернуться домой и перенести террористические акты на Кавказ. Один из таких примеров – задержание в аэропорту Краснодара уроженца Дагестана Али Газиева. Прошедший подготовку в Сирии, боевик возвращался на родину. 8 лет колонии строгого режима ему на этой неделе вынес Северокавказский окружной военный суд. Руслан Касумов, Салих Салихов, Рамазан Умаров. Время новостей.